Привет, добрый день. Уже иду домой на обед. Сейчас быстренько пообедаю и опять на работу. Не, ну как быстренько? У меня есть пару часов, поэтому обедать будем нормально, в медленном темпе. Причем мне готовить ничего не надо. Я... Там собака гуляла другая. У меня полный холодильник еды, поэтому готовить я ничего не буду. Разогрею вчерашнюю рыбку с овощами. Еще полрыбины осталось и овощи. В общем, я сегодня одна обедаю, поэтому вот такие вот пироги. Да даже если бы вдвоем, там все равно еды очень много. Ну, как вкусно пахнет здесь. Смотрите, утром была вся не мятая, даже не в одном месте. Так материал мнется вообще. А еще у меня сегодня голубые глаза. Голубые глаза. Моей голубой тушью, а стрелки я тенями нарисовала. Ой, что-то у кого-то сгорело. Прям в духовке. Что-то сгорело. Поработала сегодня так классно. Думала, не буду. Немного работы будет. Кстати, как рыбаки вчера передавали, у нас сегодня ветроган. На тебе чучку. Ветроган, но не такой холодный, как вот в прошлый раз. Ну, блин. Ой, что-то у меня тут все запуталось. Пойду сейчас переодеваться, разогревать. Посмотрю что-нибудь. Не знаю, что. Что-нибудь. Ой, у меня тут робот утром работал. Сейчас я... А, вон он. Вон он. Ладно, пойду переодеваться. Мне вчера позвонила клиентка. Ее маму прооперировали в ногу. Она тут живет буквально за углом. И попросила меня, не смогу ли я ее уложить дома. Я уже года два или в прошлом году ходила к ним домой. Ее тоже оперировали на ноге, на коленке. Вот. И ходила к ним уже домой. Поэтому у них есть специальная такая, ну, чтобы голову мыть. Ну, типа вот такой штуки. Только, естественно, более проще. Так, а зачем я сюда пришла? А за шампунь. Шампунь взять. Вот. И поэтому все удобно, все ей помыть. Я ей просто бигуди накручу. А они потом сами снимут их. В общем, все легко и просто. Но это нужно идти туда. Сейчас мы туда пройдем. Вот. А расческу мне еще надо взять. Что не сделаешь ради любимых клиенточек? Расческу. Так. Что еще? Вот эту расческу. Ну, по-моему, все. Больше ничего не надо взять. А если кто придет, в общем, они знают, если Чарли здесь, значит, и я здесь где-то поблизости. В общем, ой, тут у меня бегудюшки. Аравейн, говорит Чарли. Вот. Все равно после обеда народу мало, и народу работать, денежку зарабатывать. Что-то сегодня у нас магазин то ли не открывался, то ли что. Ресторан был открыт, уже сейчас закрылся. Такие вот дела. Ногу ей прооперировали, она давно ждала этой операции. И вот, видимо, на этой неделе ее уже прооперировали. Бабулечки, 8 слишком лет. Но она, знаете, здесь такие живчики. Здесь 80 лет. Не знаю, они еще поживее меня будут. Поэтому не скажешь, что им 80 лет. Вот, в принципе, мы уже и пришли. Так. Чарли, мы уже на кого-то гавкает. А там вот какие-то... Ладно, мы уже пришли, будем звонить
и работать. Вот и все. С чаевыми хорошими дали. Хорошая семья. Пойдем посмотрим моего Леопа, он там один. Зайчик мой. Моя радость. И Митика. Видите, как лежит и ничего. Еще нормально. Мама пришла, да? Приехала на пляж после работы. У меня вот такая шляпа в машине есть для пляжа. Я очень люблю шляпы, но мне их некуда носить. Ну, вот сейчас напялила. Но это на пляже, пляжная, когда я загораю. Там ветерище такое, дует шторм походу, поэтому поговорить не удастся. Видите, ветер уже начинается. В общем, не знаю, когда это закончится, ветроган. Потому что когда ветер, значит шторм, море неспокойное. И ледяное потом становится. Все, ветер, видите? Я опять приехала в Алькампу, нужно купить молоко, кокосовое молоко, чтобы с ананасом мешать. И что-то еще у меня там список есть небольшой, сейчас посмотрим быстренько. Буквально сюда, я говорю, а, это комаров, меня комары сожрали, там у меня почти закончилось, надо комаров купить, не забыть. В общем, за молочком приехала, называется, купила бананы, арбуз целый, молоко кокосовое, обычное молоко, инжирные. Персики, смотрите, что вижу, черешня, обожаю вообще. Блин, компот из черешни, кто любит компот из черешни, признавайтесь. Я обожаю, блин, так хочется. И даже не саму черешню, как вот компот свой, ой, свой сам. Личи тоже мне очень нравится, у меня еще банка есть, смотрите, сколько. Ой, клубника, блин, вообще, чуть я такого раньше-то не видела. Вообще столько консерв. Вот черешню днем с огнем не найдешь. А сейчас смотрите. И клубника. Блин, все хочу. Ой, малина, блин. Ну я как это, из деревни спустилась. Ну вот я вам честно говорю, у нас раньше такого вот не было. Ну были там всякие персики, но это обычно, да? Каштаны, смотрите. Каштаны. Я каштаны не очень люблю, поэтому они мне как бы... Это что такое? А это черешня засахаренная. Блин, ну что только нету. Обалдеть. Ну вот что черешня. Ой, ну что только вкуснятина. Смотрите. Надо как-нибудь попробовать эту малину. Маринки, маринки, такие вечеринки. В общем, блин, взяла такую тележку. Она, наверное, тяжелая, зараза. Куда я иду? В чай. Мне нужен чай. Точнее, даже не чай, а для сна какой-нибудь травку, чтобы уснуть. Воду надо газированно купить на это. На окрошку. Любой, наверное, вот эту.
маленькую, большую не надо. В общем, еще еще чай. Заварю себе чай сейчас. Вернее, не чай, а купила мента и тила. Тила — это липа. Липовый цвет с ментой. Ментол, ментол. Арбуз какой-то розовый. Смотрите, вообще фирма, ну, фирма или как сорт. Фашион, он очень вкусный. И всегда арбузы не очень дешевые. Ну вот, допустим, если фашион стоит килограмм евро, 99 центов, то другие 89. Ну, небольшая цена, но все-таки. Но он какой-то розоватый, недоспел, в общем. У меня очень башка сильно болит, прям просто разрывается. Вчера, кстати, то же самое было. И вот, он сладкий, вкусный, но такой, знаете, как недоспелый. Вот. А еще муж привез хлеб. Вот этот мне напоминает, как вот пресный. Знаете, у меня бабушка пекла пресные пышки. Они были на сметане и без этого, без дрожжей. Может, вы такие делаете, я не знаю. Вот я его, он пахнет так. Попробуйте, я не пробовала. Какой-то необычный хлеб. Вообще необычный такой. Такой сроду не ела. Во-первых, не мягкий, он такой не жесткий, то есть, но он не вчерашний, он свежий, но он твердый. Это говорит мне. Серый. Типа как я ем. Что-то не знаю. Тоже какой-то странный. Это хлеб. Пекарня сама печет. Видимо, из бездрожжевой. Ну, так вкусный. На тосты пойдет утром. Ну, конечно, не знаю, вкусный, кстати. Это у меня куда-то сегодня они ездили с работы и привез вот он. Мне хлебушек. Ну, купила кокосовое молоко, обычное молоко. Инжирные эти. Это успокаивающий чай. И от комаров. Меня всю сожрали. Причем ноги. Ноги все сожрали. Но это, знаете, не на кровати. Это, видимо, на работе. Там бывает один комарик, но он, блин, 15 раз тебя укусит. Вообще, зараза. Два раза. Такие маленькие, противные эти комары. А трубочки наконец-то я купила. Прикиньте, вспомнила. Угу. Записала. А так бы хрен вспомнила. Вот какие радужные. Даже по-русски написано. Импортер России Ашан. Мытищи. По-русски, по-украински. По какому хотите. Пить коктейль. Пина колада. Сейчас забацаю себе с ананасиком. И пина колада буду пить. Лед. Лед. Вот. Соседка, наверное, выходит. Чай лед так встречает каждый раз. Надо, буду делать пинаколад. Смотрите, какой у нас вечер. Время уже 10 час. 9:30 где-то. Видите, как? Ну, лето. Только не началось пляжный сезон. Чайки летают. Там вон молодежь только разошлась. То они орали, тут визжали, все бегали. Непонятно как. Мне, в общем, сестра позвонила. Сестра мужа. Сказала, чтобы я завтра ее забрала. И она хочет себя привести в порядок. Голову. Ну, наверное, и другая сестра тоже подойдет. Потому что она рядом с моей парикмахерской живет. В общем, завтра они мне будут байками... Как это? Ну, они любители поболтать. Ну, хоть между собой пускай болтают. Вот, так что завтра мне будет весело на работе. Хотя у меня половина клиентов завтрашних сегодня все пришли. Я не знаю, что у них случилось. Вот, поэтому я думала, что завтра у меня будет разгруженный такой день не сильно. Но нет, видите, она мне позвонила. Я все равно почти мимо нее езжу, поэтому говорю, мне без разницы, я тебя заберу. И поедем. Мы поедем, мы помчимся на оленях. Выпила таблеточку для головы, вроде бы как отпустила немного, но все равно не то.
что-то не знаю, что болит. От ветра, наверное, может быть. Но нас, смотрите, к вечеру ветер уже стих, поэтому я сегодня, может быть, буду даже спать с открытой дверью, ну, с открытым балконом, потому что сегодня утром мне его надо было, шторка прям как колыхала, как колыхнет, и пришлось закрыть дверь. Я люблю вот спать с открытой дверью, чтобы прохладненько было. В общем, вот такие вот у нас пироги. Я уже почти смонтировала влог. Включилась только ради того, чтобы с вами попрощаться. До завтра, завтра суббота. У меня на понедельник какие есть планы, так что не забываем подписываться и ставить, и нажимать на колокольчик, чтобы приходили оповещения. Я думаю, что будет интересно. Я давно уже такое видео не снимала. В общем, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех наших событий. Ну а пока вот на такой вот у нас вечер. Буду с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего, приятных вам выходных. У вас выходные, а у меня они еще запланированы. У меня выходные воскресенье и понедельник. Ну и хороших вам выходных. Позагорайте, полежите на пляже. Всем пока-пока, до завтра.